Ильин день по приметам не обходится без дождя, после которого должно прийти похолодание. Так случилось и сегодня. Пока в Москве тепло и очень душно, периодически слышны раскаты грома, в некоторых районах уже льет. Вторая волна осадков придет под утро, гроза также не исключена. С дождями в течение среды сильно похолодает, кое-где градусов на 10. Но это, как считают синоптики, еще не конец лета. Погода восстановится, а пока нужно быть осторожными на улицах. Возможны сильные порывы ветра, местами град. Такой прогноз охватывает весь центр России.